Вы смотрите обзор товара «Укрывной материал двойной, армированный белый, 60 грамм, М2, 3 на 10 метров». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Укрывные материалы Агротекс серии «Двойная защита» отличаются многофункциональностью и, главное, возможностью их комбинирования. Каждый из видов имеет основное назначение – защита почвы от пересыхания и растений от сорняков, а также дополнительную специализацию. Например, бело-красный материал оптимально подходит для защиты от неблагоприятного влияния среды, например, при неустановившейся погоде, внешний белый слой оградит от заморозков и температурных колебаний, а внутренний красный ночью предотвращает потерю накопленного за время дня тепла. Оптимально сочетать такой агротекстиль с материалами мульчирующих типов. Бело-черной дополнительной функцией которой является ускорение роста. Желто-черный защищающий не только от сорняков, но и от вредителей. Армирование материала позволяет повысить его прочность, в результате чего использовать его можно будет в течение нескольких сезонов. Долговечность и устойчивость к повреждениям определяется также и плотностью, от 40 до 80 грамм на М2. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.